Это я тоже говорит, чмошник, который играет в Point Blank. Придурок, я сейчас не играю в Point Blank и чмошник у тебя в трусах. Ты понял, придурочная? Интересно твои... А, эти оправдания оценят только Максимка, еще какой-то долбоёб. Долбоёб тебя воспринимал. Спасибо, что ты вписал меня в эту группу. В долбоёбы? Благодарить. Малыш, обращайся. Ладно, постараюсь. Нужен буду, позвоню. Симка, пробей, даби-даби, порно твоя мать, ком.ua. Так он говорит, что там будут твои фотографии. Мои фотографии. Твои мамаши. Шуточка? Нет, правда. Витёк шлюха. Уроки сделал, Витёк? Витёк, ты сделал? Ты нафиг, придурочная! О, мамка стоит рядом. Ты урдёк! Витёк, подожди, я сейчас приду, придурок. Конечно, иди посуду мой. Иди нафиг, ты блюдок. Блюдок, мой посуду. Максим, а что, твоя мать уже спит? Сучара, закрой рот. Еще 40 минут, и она придёт. И мы услышим этот сладкий голосок мамаши Максимка. Все, хвост надо на кол, блядь. Вообще, сейчас всем каждой вашей мамаше позвоню, чтобы они отключили вам Point Blank. А если здесь есть люди, которые не играют в Point Blank? Мне похуй, пшёл нахуй. Вот именно, иди нахуй. Сука, тебе, блядь. Мразишь, пури панаби, мразишь. Это твой родной язык, да, походу? Да. Оно заметно. Конечно. Что это за язык? Твой родной. Что это за язык? Название. Ну? 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 Молодец. Вы самое слабое звено. Покиньте нас. Мы продолжаем дальше нашу программу «Самый тупой задрюд Point Blank». И самый тупорылый ведущий. Здравствуйте. Да-да-да. Максимка, назовите столицу Китая. Это Пекин. Учиха Тоби. Окей. Что такое Учиха Тоби? Это ты. Неправда. Это легендарный самурай. Идем дальше. Да, ну пидорас из мультика. Ты суперкрошка, нахуй. Нет, все. Девочки, поодиночку. Поодиночку. Все тихо у нас. Девочка у тебя в трусах, ты понял? С тобой эфир 3-2-1. Волосатая. Волосатая мать Максима. Максим. Вот это ты тупо оскорбил меня, ты просто не представляешь. Максимка первый раз побрил свое ебало. Он, короче, спиздил эту, блядь, бритву, что мама бреет ноги, блядь, обрел себе нос. Максим. Да, уж умно зашутил. Добавляй теперь друзей, пускай они поржут. Нет, а то... никого я добавлять не буду. Просто игроки в Point Blank не понимают таких шуток от долбоебов всех, которые говорят, что Point Blank это отдельные люди. Давайте я вам создам отдельную страну, блядь.